Лада Гранта! По-настоящему народный автомобиль, заслуживший признание тысячи автовладельцев. Все это Лада Гранта. Самая популярная модель в Чувашии теперь радует водителей своей новой улучшенной версией. Конечно же, это X-образный стиль, это узнаваемость нового автомобиля Лада, это новые фары. Новый капот сразу может быть незаметно, но кромка капота загнута немножко под другим углом, тем самым аэродинамика автомобиля изменилась, воздушные протоки теперь проходят над лобовым стеклом, тем самым стекло дольше остается чистым. Вот. И также жиклеры, как вы заметили, с капота их спрятали, они теперь находятся под капотом, это создает уже законченный вид автомобиля. «Проводи меня домой» – новая функция автомобиля. Фары выключаются не сразу, а постепенно, помогая водителю благополучно добраться до дома. В новой Ладе Гранта изменилась приборная панель, поменялась центральная консоль, а также блок управления печкой. Стали удобнее сидения, в них появились боковые поддержки. Также из нового – новый задний бампер. Новая крышка багажника, она отличается, во-первых, не только внешне, она получила новую функцию, у нее есть теперь кнопка открывания багажника. Багажник остался все тот же огромный, неизменный, 520 литров. Плюс появилась новая ручка, удобная под естественный хват. Тем самым можно будет закрыть багажник одной рукой. Амбициозный дизайн, непревзойденная практичность, безопасность и комфорт по доступной цене – это лишь малая часть достоинств новой «Лада Гранта». Убедиться в этом могли все желающие на презентации автомобиля. Машина, конечно, изменилась намного от старой «Гранты». Конечно, это новый салон, новая торпеда. Вот очень нравится прям ощущение на марке. Вот эти X-стили, вот это все очень нравится. Сам не отказался от такой машины, хотел бы приобрести. Гранта – это народная машина. Для народа, значит, что она стоит этих денег. Лада Гранта предлагает принципиально разные варианты трансмиссии. Для мегаполиса – автомат, для поселка – механика. Есть и автоматизированная коробка передач. Она подходит абсолютно для любых условий. У меня Лада Гранта в старом кузове, и на презентации как бы я рассматриваю замену на новую Ладу Гранту в кузове универсал. Помощь при трогании, на подъеме имеется, подушки безопасности имеется как бы и для этого, для пассажира. У меня как бы в старом кузове только для водителя. Ну и нашим информационным партнерам. Универсал побольше, чем всегда. Николай Семенов уже 3 года счастливый владелец Лады Калина Спорт. После презентации решил обновить железного коня. Относительно невысокая стоимость этой машины, ну, делать ее довольно привлекательно для меня. Ну и поэтому рассматривал будущие замены как в своей машине. За эти деньги это самая комфортная машина. Седан, хэтчбэк, лифтбэк, универсал. Новая Лада Гранта доступна в 4 кузовах и разных цветах. Кстати, автомобиль уже в продаже. Так что из офиса Чебоксары Лада в Новочебоксарске вы можете уехать уже на новой машине, причем еще и вместе с номерами. Чебоксары Лада, нам по пути.